Добрый день, дорогие друзья, с вами Информатор Техно, и мы находимся в парке имени Шевченко, где проходит один из самых крупных фестивалей робототехники Best RoboFest 2019. Организаторы фестиваля подготовили шикарную программу для своих участников. Давайте же посмотрим, что нас ждет. С вами находимся в таком прекрасном месте, дворец студентов, там, где объединяются молодые инженеры. И здесь проходит инженерный праздник. Видите, несколько экспозиционных зон, Monster Cars, соревнования роботов. 90 команд зарегистрировано на этот фестиваль. Приехали со всех уголков Украины. Я думаю, что мы вовлекаем всех вот в это инженерное творчество, творить, делать полезные вещи для людей. И вот продукты эти отображены здесь. Это изюминка именно этого года, это будет только в этом году. Это португальская космическая выставка Kids on the Moon «Дети на Луне». Особенно видно, как вот дети в восторге учатся и программированию этих роботов, и создают этих роботов, а в будущем будут создавать настоящие, которые полетят в космос. Нравится. Мы с маленьким сыном решили прийти посмотреть. Очень интересно. Все движущее. Все роботы, которые движутся. Есть какие-нибудь пожелания? Ну, когда сын подрастет, возможно, мы его тоже какую-то из таких школ хотели бы отдать. Много интересного, мне нравится. Есть на что посмотреть. Есть ли твоя локация? А вообще я жду вот дефиле. Посмотреть на дети очень красивые. Хочется посмотреть уже само дефиле. Успехов всем! Я думаю, здесь не будет проигравших, здесь будут все победители, все, кто принимает участие. Всем удачи!